Эцио, Борджиа пребывает в нерешительности. По городу рыщут шпионы папы, но, к счастью, Макиавелли удалось узнать их имена. Грация. Всем привет, друзья! Начнем контент делать. Усаживайтесь поудобнее с чаем и печеньками. Так, здесь закрыто. Что за задание здесь будет? Так, вожак стаи, найдите святилище Ромула. Потеряйте не больше 10 пунктов здоровья. О, это вообще изи. Можем вообще не потерять ни одного. Опа, волчары. Мы набрали слишком много добровольцев. Мне нужно лишь сказать Ромул, и они готовы на все. Бене, значит, наши пророчества убеждают их. Вместе мы создадим новое религиозное общество. Ассасин! К оружию! Тревога! Вояка. А вот этот не был готов. Еще скоро на моем ремне будет еще одна зарубка. Я вижу его! Командир. Вот теперь ты умрешь! Мазила, смотри. Убейте ассасина! Такова воля Ромула! Теперь ты умрешь! Не позволяйте ему одержать тебя! Отправьте его к Ромулу! Почувствуйте себе дух Ромула! Пусть он направит ваши мечи! Уничтожим ассасинов, этих слуг дьявола! Пустите ему кровь! Ты бежишь прямо в общее логово. Тебе конец! Охотник идет! Куда? Черт! Помогите! Помогите! Он идет! Быстрее! Не упусти! Я нашел его! Вот! Наемник, наверное. Этот гад далеко не уйдет! Мы предпочитаем оленей, но на этот раз подойдешь и ты! Гони его! Не отставать! Загонь! Подожди меня! Спасайся! Как это так, спасайся? Ха-ха, глазенки, да вот. Оля, быстрее! Ловите скользкого ублюдка!
этого. Ты мой ассасин! Я его где-то видел. Отличные собаки. Пожалуй, я возьму их себе. Далеко он не уйдет. Твой конец близок, ассасин. Порадуйте Ромула! Убейте его! Только Ромул принесет вам покой! Тем, кто служит волчицу, уготовано место в раю! Давай. Когда я научу тебя говорить с Ромулом. Тем, кто служит волчицу, готово место в раю.
Заставьте неверного узреть истину! Только Ромул принесет вам покой! Тем, кто служит вам чистым, готовы вас в раю! Только Ромул принесет вам покой! Все это ложь тебе поведали твои господа, Борджиа? Я говорю только правду. Это ты обманываешь людей. Отдай мне шифр. Вместо шифра я подарю тебе смерть. Давай. Еще. Черт! За ним! Тоже мне. Не просто так здесь все. Достойны, в принципе. Серебряная руда, нифига себе. По 500-очке. Банка с пиявками. Где-то понадобится, значит. Ртуть. Последний ключ. Дверь открылась. Мне трудно описать словами решение головоломки. Оно полностью изменило мое восприятие. Мои представления о мире и мои верования перевернулись. Каждое событие — звено цепи, выкованное кем-то, кто умер многие века назад, а возможно еще жив. Я пытаюсь успокоить и иду к свету. Призраки воют у меня в голове, призывают меня идти дальше. Впереди невиданное величественное сооружение, залитое странным призрачным сиянием. В центре зала лежит нечто, судя по всему, что-то очень могущественное, да я не могу туда добраться. Нет сомнений в том, что это место создали боги. Но какие боги? Из земли поднялся пьедестал. Мне хочется бежать прочь из этого безумного места, но я знаю, что она позовет меня снова, и у меня не хватит сил противиться. Я кладу руку на пьедестал, и мой мозг пронзает вспышка света. Я видел пророчество, я видел пылающий Рим. И теперь я знаю, что должен действовать. Увеличить изображение. Ага, вон оно. Отлично. 5 из 6 найдено. Еще один будет. Тут вроде бы все собрали. Вожак стаи. Полностью синхронизация. Достижение водопроводчик. Лошадь не боя, слушай. Бонжорно, Эсио.
пора нанести визит любовнику Лукреции, Пьетро. Я уже отправил людей на поиски. Molto bene. Эцио, послушай. В чем дело? Кто-то посоветовал Родриго держаться подальше от замка. Макиавелли? Есть доказательства? Нет. Нельзя действовать на основании одних лишь подозрений. Борджа знают, где находятся наши шпионы. Кто сообщил им? Макиавелли спрашивал нас о том, как идут поиски Пьетро. Эцио? Устраните врагов, чтобы они не смогли обнаружить гильдию воров. Затем отправитесь вместе с Лавольпой спасать других воров. Ваше здоровье не должно ниже 5 упасть. Вообще... Взять подонка! Донечка на них стра... Держитесь! Покажите им, кто здесь настоящий капо! Если позже мне оказаться в сражении, не убивайте меня! Вон он! Господи, помоги мне! Я вижу его! Я за ним! Женщина! Дьявол! Убийца! Пора уносить ноги! Только взгляните на мои товары, и вы поймете, что я не лгу! Что-то не так! Где стража? Убийца! Здесь только лучшие, друзья мои! Самые слабые! Убийца, бегите! Стража! Вот он! За ним! У меня есть и другие товары. Те, о которых вы не подозреваете. Здоровяк ты. Не сдавайте. Покажите им, кто здесь настоящий. У меня самые низкие цены в городе. Взгляните на мои товары, и вы сами все поймете. Ага, команду мне и амичи. Я все равно не верю, что Макиавелли предал нас. Нападение на Вилли, случай в замке, а теперь это. Это все его рук дело. Стольто! Просто поражаюсь твоему уму и ловкости, ага. Приятель. Спокойся, не ори. Посмотреть потом. Не совсем понимаю, почему здесь так показывают. И почему вышка не последняя. Поджечь их казармой! Как будто замерзшая. О-о-о! Вот тебе римская дипломатия. Аспетто! Во-во-во! Что тебе удалось выяснить? Пьетро убьют сегодня вечером. Чезаре прислал своего мясника.
поперлись дальше. Мигеленто, лучший убийца в Риме. Еще никто не уходил от него. Только не сегодня. Идем. Прости. Ты зачем товар бросил? Вот дурачина. Идет войну ради блага народа. Господь благоволит вам. Ого, аспетта. Пощадите, я ничего не сделал. Вон он! Тебе удалось узнать что-либо о Пьетро? Он актер. Сегодня вечером он выступает в Мистерии. Отлично. Долгом, давай, двигай. Быстрее. Что ты делаешь? Почему не предупреждаешь, что поворачивать налево? Тоже мне предводитель воров. За тебя девушки потеряли зонтик. Йо. Бай-бай! Два зонтика. Стай атенто! Дрифтуем с помощью. Ха! Лошадей. Эй, девчонка, аккуратней. Андиамо. Аспетта, аспетта. Виа, молодичьоне! Ура! Быстрей! Небесный! Безумие! Кому нужна моя смерть? Отпустите! Главное, тупым... тупым местом он ему порезал. Вот он! За ним! Это без меня! Вот теперь ты умрешь. О, нет! Нет, нет, нет! Что ты узнал о Пьетро? Его подвесят на кресте, а Микелетто проткнет его копьем. Это да. Безумие, тутипаци! Мне пора возвращаться. Небывалое предложение! Не проходите мимо! Клянусь! Это у нас уже было, а вот здесь мы продолжим. Где Пьетро? Не могу сказать. Но Микелетто сейчас ждет у городских ворот к востоку от терм Трояна. Он переоденет своих людей, чтобы убийство приняли за несчастный случай. Он приведет меня к любовнику Лукреции.
Эцио, Макиавелли предал нас. Мы оба не хотим в это верить, но теперь все стало ясно. Сделай то, что должен. Иначе я сделаю это. Без воров Вольпе придется бросить в бой моих новобранцев. Проследить за Келлетто, чтобы узнать, где идет спектакль. Пока следите, найдите способ для ассасинов рекрутов попасть на сцену. Получите ассасином рекрутом уничтожить цели. Фига они такие. Задачку мне задали. Безумие, тутипаци! Мне пора возвращаться домой! Так. Леонардо, я все уже тебя сделал. Подходите, друзья мои! Надо купить припасы. Да. Двадцаточку. Максимум. Расскажите всем обо мне. Ну, это как ты заслужишь. Опа. Пощадите! Я ни в чем не виноват! Франческо Трокки, друг мой, неужели я стану лгать? Ты пересказал своему брату мой план кампании в Романье, а он написал об этом венецианскому послу. Это произошло случайно. Я по-прежнему ваш слуга и ваш друг. Ты требуешь, чтобы я забыл о том, что ты сделал, и доверился тебе как другу? Я не требую. Я прошу. Чтобы объединить Италию, я должен контролировать все ветви власти. Если церковь не подчинится мне, я уничтожу ее. Вы же знаете, что я служу вам, а не папе. А, в самом деле? Есть только один надежный способ убедиться в этом. Вы убьете меня? Вашего самого верного друга? Конечно, нет. Вы отпускаете меня? О, благодарю, Чезаре, вы не пожалеете? Стража, дайте Микелетто костюмы для пьесы. Лукреция моя! И никто другой ее не получит. Убедись, что все сделано как надо. Да, Чезаре. Ах, да. Бросьте тело Франческо в Тибр. Микелетто Карелья. Год рождения 1470. Убийца. Правая рука одного из наиболее известных в истории убийц. Предпочитавший не марать собственные руки, Макелетто часто был последним человеком, который видел перед смертью жертвы Чезаре. Макелетто родился в Валенсии. Он вырос вместе с Чезаре и всегда оберегал его, будто старший брат. Макелетто был не только личным палачом Чезаре, но и кондотьером, и не раз принимал командование войсками Чезаре. В его отсутствие некоторое время Макелетто даже правил Пьембино. На этом закончим наше лирическое отступление и перейдем к списку наиболее известных жертв Макелетто. Итак, Джулио Чезаре де Варано, князь Камерино и трое его сыновей, Альфонсо Арагонский, герцог Бишелье, второй муж Лукреции, Оливетто де Фермо и Вителлоццо Вителли, задушенные. Одновременно. Эстурелле Манфреди, князь Фенци, Франческо Трокки, секретарь папы. И его полный послужной список, естественно, был бы намного длиннее. Макелет отличался тем, что делал свою работу аккуратно и чисто. Тихо душил жертву, а затем быстро и незаметно избавлялся от тела. Все. Франческо Трокки. Это который умер, Камерари и секретарь Папы Римского. Франческо Трокки, младший брат сенатора Эгидио Трокки, служил в Ватикане и был доверенным лицом Папы Римского. Помимо этого, он также шпионил за Лукрецией, пока та жила за пределами Рима. После смерти второго мужа Лукреции,
он по поручению папы отправился во Францию, чтобы устроить ее третий брак. Новый муж Лукреции, Альфонсо де Эсте, оказался удачливее своих предшественников, оба из которых умерли не своей смертью. Он даже пережил супругу. В 1502 году Франческо вновь отправился во Францию, на этот раз уже по поручению Чезаре, убедить короля Людовика прекратить оказывать поддержку семейству Орсини. Видимо, вскоре у него с Чезаре произошла размолвка. Через некоторое время Франческо погиб от руки Макелетто, а сам Чезаре по известным лишь ему причинам убил дворянина Якопо де Санта Кроче. После того, как тело Франческо сбросили в Тибр, Чезаре подписал приказ о его аресте, заявив, что тот тайно бежал из Рима. Прекрасный пример того, как хитрые политиканы придумывают истории для прессы, чтобы выставить себя в выгодном свете. Andiamo! Сейчас найдем. Во-во-во. И Борджиа совершили уже столько гнусностей. Не говори. Скоро сам убийца будет ломать свою криптину. Уроды столько убивают людей. Andiamo! Воу-воу-воу. Воу-воу. Найдите людей, Микеле. Переоденьтесь в это и следуйте за мной в театр. Капито? Держи. Понимаю место. Это оно.
Думаешь, пройти мимо меня? Слушай, так утомительно. Я бы отдохнул. На эти деньги можно... Я его знаю. Переоденьтесь в это и следуйте за мной в театр. Капито? Это тебе. Говорят, однажды он ворвался в женский монастырь, перебил половину монашек, а остальных изнасиловал, а потом убил и их. Святая Дева! Миссерикордио! Нет, прошу, не убивайте меня! За что мне такое наказание? О-о-о! Aspetta, aspetta. Переоденьтесь в это и следуйте за мной в театр. Капито? Il tuo costume. Без лошади. Aspetta! Il Colosseo. Мне нужен Пьетро. Он на сцене, сеньор.
Мой человек отведет вас к нему. Запомните, я буду в черной рубашке. Защищайте меня и ждите, когда Пилат крикнет центуриону. Я должен опередить его. Освобождайте дорогу для стражи. Вход на сцену. Незаметно проникните в Колизей, найдите и спасите актера Пьетро. Пока Макелетто не убил его, не убивайте никого, кроме стрелков. Стрелки, это просто охрана. Это стрелок, кажись. Я его не буду пока что трогать. Сколько у него сил вот так вот. Это вообще прям... Фига себе, вот это скачки. Я чё, лошадь сказал? Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил? Мерда. На каком же кресте Пьетро? Слушайте, слушайте, как он зовет к себе Илью! Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Я хочу пить! Я хочу пить! Больше пить тебе не придется! Слушай внимательно, исполни приказ первосвященника, ибо это дело чрезвычайной важности.
Я выполню приказ, но кровь этого человека на тебе. Пойму ли я, добро я сотворил или зло? Отец наш небесный, я вижу тебя. По руке моей, по копью течет вода. Пусть она омоет мне глаза, чтобы прозрел я и увидел истину. Господи, откуда течет она? Увы, о горе мне, о горе, что я наделал? Нужно попасть на сцену. Убил я сына человеческого. Так, идем. Нельзя пройти. Именно там где-то надо идти. О, Господи! За что ты убил этого человека? Его распяли, и вот он висит на кресте. А ведь он никому не делал зла. Воистину, он Сын Божий. В моей гробнице похороню его, ибо он Царь Небесный. Иосиф, истинно говорю, это Сын Божий! Иди к Пилату и проси выдать его тело, чтобы мы похоронили его. Я помогу тебе снять его с креста. Господин Пилат, я покорно прошу тебя не отказать мне в милости. Отдай мне тело пророка, что умер сегодня. Иосиф, если центурион скажет, что пророк мертв, я не откажу тебе в этой просьбе. Центурион! До свидания. Тебе не спасти, Пьетро. Вино в его бокале было отравлено. Я сдержал слово, данное Чезаре. Я еще жив. Я не собираюсь убивать тебя. Тот, кто помогает другому обрести власть, сам приближает час своей гибели. Снимите его. Этот довод нет в тексте! Задержите стражу! Вмешательство. Спасите Пьера от смерти, от яда, вытащив из колизе и доставив ближайшему врачу. Не плавайте! Вы пришли на помощь! Давай. Остановите стражу! Бегом, 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 я Христа не спасаю. Пощадите! Я ничего не сделал! Кто ты? Твой спаситель. Вправляю кость. Его отравили. Бледность — это мышьяк. Вот, выпей. Быстрее! Подожди. Мне немного лучше. Пиявки быстро?
поставят тебя на ноги. Как мне отблагодарить тебя? Я... Ключ от замка Сант-Анджело. Быстро. О чем ты говоришь? Я просто бедный актер. Чезаро все знает про вас, Лукреции. Вот. Благодарю. Опа. Иди, иди же! Масарецио, мы думали, что вас убили. Пока нет. Куда ведет этот коридор? На север, за стены. Пропустите, я помогу нашим солдатам. Un momento. Я видел тебя на вилле во время атаки. Отруби! Проучи. Вот так! Они его не поймают. Настоящий герой. Эта крыса могла... Тебе туда нельзя, Кальоре. Я его не уйду. Отлично. Вперед. Плохая. Я с тобой, я с тобой. Я поймаю его. А вот и он. Слава богу, что вы здесь, амиго. Я с тобой, брат. Почему ты убежал? Я... Это ты, предатель, а не Макиавелли. Да здравствует Борджиа! Мерда! Я был прав. Нужно остановить Ла Вольпе, пока он не нашел Макиавелли. Бегом, бегом ко мне. Минеральные ванны Ферентино. После недавно... Успеем, не успеем. Надеюсь, что успеем. Внимание, бережливые покупатели. Давай, 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 давай. Бай, бай! Да расступитесь вы, кобылы! Ни капли уважения! Недавно мне показали. Я знаю, кто предатель. Что? Один из наших людей. Он участвовал в атаке на виллу. Вот, у него было это письмо. Господи! Хорошая новость! Даже лучше, чем ты думаешь. Я снова твой должник, Эцио. Какие могут быть счеты между верными друзьями? Да. Спасибо за то, что вовремя сообщил мне. Пойдем, Никола. Нам давным-давно следовало поговорить. Говорят, что мистерия в Клизее сегодня закончилась как-то неожиданно. Правда? Похоже, что Иисус Христос воскрес на 3 дня раньше обычного. Ха-ха-ха.